Топор дровосека можно услышать не только в лесу, но и практически в самом центре города, у дома номер 8 по улице Саврасова. С наступлением зимы Сергей, житель дома, регулярно поднимается на крышу пятиэтажки и рубит лед. Чтобы спасти квартиру от протечек, приходится подползать к самому краю крыши и прорубать желоб, по которому стекает вода. Крыша плоская. Здесь одна плита, и просто рубировать положено, и все. А дом идет сверху тепло, отсюда тает, тут мерзнет, и все. А здесь налит на краю, и воды где-то деваться просто. И все на себя прям скапливается. Вот мы 1 числа отрубали отсюда такой фонтан, лил. И вот 2 дня, пока было тепло, все 2 дня лило. Как лило с крыши, наглядно видно по козырьку над подъездом, на который стекала вода. Сталагмит скоро вырастет до 2-го этажа. Вспоминается сказка. Была у Заюшки избушка лубиная, а стала ледяная. Уже и в подъезд входить страшно. Вдруг конструкция не выдержит веса льда и рухнет. Дом управления так чистит крыши. Я не знаю, что у нас ледяная избушка. У нас даже между дверями в подъезде было болото. Екатерина живет на 5-м этаже. Совсем недавно в квартире был сделан ремонт. После новогоднего потопа новый кухонный гарнитур придется менять. Здесь проходит плиточный шов, откуда как раз идет течь, капает все. Потолок это все сдерживает, но мы это все пытаемся как-то слить, откручиваем люстру, все сливаем. Все идет также по стене, также в подъезде стена вся сырая, весь угол сырой, вся стена сырая. От стены пошел весь кухонный гарнитур, тут все спучилось, сзади все спучилось, вот эта стенка тоже. Потом все текло по стене на пол. Пол тоже, все доски вспучились. По словам Екатерины, они с соседями уже несколько лет просят домоуправляющую компанию отремонтировать крышу, но ВОЗ и ныне там. Теперь жильцы дома настроены требовать не только ремонта крыши, но и компенсации за испорченную мебель. Ирина Стефанюк, Максим Веселов. Время новостей.